получать в виде дивидендов или как еще? Совершенно верно, но не, опять же, не мы получаем в виде дивидендов, это они в результате все равно физические лица. То есть даже если это какие-то коммерческие предприятия, юридические там, лица, у них всегда есть собственник. То есть в итоге стоит физическое лицо за всем этим. Да, они вкладывают деньги, это уже договорные условия. То есть мы максимально поможем, чтобы необходимая сумма была дополнена, ну, минимизировать риски частного инвестора. Вот наша основная задача – это минимизировать риски частного инвестора. То есть мы уже за счет привлечения федеральных каких-то денег, ну вот я привел Европейский план реконструкции и развития. Ну и еще я так не прошелся. Одна из наших задач – это поиск проектов. То есть как раз, вот, допустим, линия цинкования, это проект был предложен участнику. И участник пришел с ним, это мы предложили, что вот отсутствует подобные услуги на территории города. Мы совместно с региональным центром инженерии, я не хочу все дело на себя тянуть, а уже собственник предприятия, он здесь выступил как инвестор, но он инвестировал в себя. Но инвестировать в себя он все равно инвестировал в экономику Хабаровска. И вот сейчас почему мы так тесно сотрудничаем с управлением промышленности Хабаровска? Потому что мы наработав этот опыт за полгода, решили, что любой проект должен быть осуществлен желательно силами предприятия города Хабаровска. И сейчас мы пытаемся осуществить идею производственной кооперации промышленных предприятий города Хабаровска. То есть вот уже у нас есть наши участники в зале. Вот, это еще одно из наших направлений. Для полной загрузки, допустим, производственных мощностей наших участников, мы их объединяем в эту производственную кооперацию. Ну, я где-то услышал, вы близки к некому понятию финансово-промышленная группа, которая, так сказать, с одной стороны, и деньги есть, и, значит, проекты вы предлагаете инвесторам, да? Но, по сути, так. Но это должны были делать, по сути, банки, да? Банки сегодня занимаются чисто, значит, финансовыми операциями. Необходимо, как в Китае, прежде всего вкладывать в производство и возвращать деньги только за счет повышения производства, производительности и так далее. То, что, ну, понятно. Коллеги, очень интересный проект, мне кажется, для всех нас, участников, и даже тех, кто сегодня, может быть, действительно обратил внимание, что да, если есть средства и вы желаете их размещать, то почему бы не разместить через проекты и через получаемый, да, значит, какой-то процент, дивиденд, но это средства, которые в целом пойдут на пользу, будут долго работать, быстро окупаться. Вот. Поэтому надо принять во внимание, мне кажется. Есть еще вопросы?